Сразу на нескольких военных аэродромах продолжаются ремонтно-возобновительные работы взлетно-посадочных полос, стоянок самолетов и рулежных дорожек. Об этом сообщили в инженерно-аэродромном управлении командования логистики командования воздушных сил ВСУ. В целом в текущем году силами отдельных инженерно-аэродромных батальонов проведены ремонтные работы на 8 аэродромах. Еще на 4 работы продолжаются. Несмотря на незначительный выделенный финансовый ресурс на строительство, ремонт и эксплуатацию военных аэродромов, составлявший около 12% от общей потребности, было отремонтировано около 35 тысяч квадратных метров искусственных аэродромных покрытий. Военнослужащие ремонтных бригад произвели замену, монтаж и дефектирование нескольких тысяч аэродромных плит, забетонировали сотни квадратных метров покрытий и выполнили около 4000 кубических метров земляных работ. Также напомним, что в этом году коммунальным предприятием «Аэропорт Винница» начаты работы по ремонту искусственных покрытий на аэродроме совместного использования государственной и гражданской авиации «Гаврешовка». Сейчас там идет демонтаж аэродромных плит, ведутся работы по расширению взлетно-посадочной полосы, демонтаж светосигнального оборудования, а также прочистка деформационных швов с их герметизацией и устройством водоотводных коллекторов. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!